версия, новая игра компании Ubisoft, которая, в общем-то, к предыдущим Принцам Персии не имеет вообще никакого отношения. Тут дело в чем? Когда-то еще вот на заре времен была такая игра прекрасная, которая называлась «Принц Персии». И автором ее был Джордан Мехнер, очень известный дизайнер, не голливудский сценарист. Потом была вторая часть, которая была, по сути, тот же самый «Принц Персии», он только еще более красочный, еще более большой, еще более сложный, интересный. В конце 90-х была совершенно ужаснейшая игра сделана под названием «Принц Персия 3D», и после этого все уже просто похоронили франчайз, казалось бы, надолго, навсегда. Но потом компания Ubisoft вдруг анонсировала игру под названием «Принц Персия Sands of Time», которая как бы возвращалась к истории оригинального принца, и это был вот прорыв. Это был тот принц, от которого мы все знали, все любили и прочее. Это было, наконец-то, вот долгожданное возвращение старого франчайза. Была отличная игра во всех смыслах, прекраснейшая просто файтинг, замечательные трюки, вот эти вот фокусы со временем, с отмоткой времени вперед, там, с перемоткой его. То есть все вот это было настолько в новинку, настолько здорово, что игра вот реально выстрелила. Причем выстрелила настолько сильно, что еще продержалась два сиквела потом. Вот Ubisoft, не далее как в начале этого года, вдруг сказал, что теперь мы вообще переспускаем опять заново «Принца», уже третий раз подряд. И новая игра будет называться просто «Принц Персии». Она не будет отношения иметь никакого к оригинальной части, ни к Sands of Time, ни вообще к чему. Она будет сделана вообще графически стильный селшейдинг, где там будет сюжет про адскую жижу черную, которая завоевывает там персидский мир там, ну и так далее. То есть, ну, мы все, конечно, удивились какой-то странный, зачем как бы не делать не продолжение, просто интересная история, а что-то с нуля. Но, с другой стороны, порадовались Ubisoft, молодцы ребята, типа не стыдятся, что-то такое сделать. Казалось, порадовались зря. Новый «Принц Персии» — это такое разочарование, наверное, в такой же степени, как вот был Force Unleashed, то есть, который вроде так ждали, от него чего-то особенного, а оказалось, что, в общем, потенциально неплохая игра вот загублена какими-то вот действительно просчетами геймдизайнерскими. Весь сюжет — это будет бред. То есть начинается вся игра с того, что идет мужик в пустыне, на него падает девка, за ней что-то кто-то гонится, начинает ни с того ни с сего ей помогать. Тут за ней бегает отец, который почему-то в результате выпускает всемирное зло наружу. Чё к чему? Кто это придумал? То есть бред сивы кобылы. То есть самое преступное, что здесь есть, это то, что все, абсолютно все сюжетные события, вот, все, что происходит на экране, оно мотивируется примерно так же, как вот в Mortal Kombat with DC Universe. Вот там все сюжетные ходы объяснялись так называемый рейдж, которая там вселялась в персонажей, поэтому они начинали драться. А здесь на вот эта всеобъемлющая тьма, которая вот просто непонятно каким-то образом порушила мир, так что все уровни выглядят как черная жижа, непонятно откуда торчащими кусками зданий, банками и прочим нагромождением непонятных платформ. Дизайнеры Ubisoft вместо того, чтобы придумывать там дворцы, здания, маршруты какие-то прокладывать через них и придумывать интересные ситуации, они что придумали? Они придумали жижу черную. Вот так порушился мир. Вот у нас здесь кусок здания торчит. Вот, пожалуйста. Я думаю, уровни 10 раз легче стало делать. Если в мире Sands of Time ему просто приятно находиться, ты чувствовал, что это такая восточная сказка, что вот солдаты берут там замок, здесь что-то там, визирь там злой, там вот все это ощущалось, то здесь просто какая-то ерунда. То есть принц, он обычный такой рубаха-парень с идиотскими шутками. Блин, ну и тупейшие диалоги. То есть вот я таких тупых диалогов просто давно не видел. Сцена «Дочь убегает от злого отца», тут выходит принц, самый умный такой. Говорит, ну ты лучше бы ей понял, подарил, а не устраивал тут апокалипсис, тогда бы дочку, сердце дочки завоевал. Вот, и вот такими плоскими шутками, как бы, вся игра просто вот напичкана под завязку. We have to get out of here. Fine, run, but you're not going to get very far. Oh, I was on my way home. I had more gold than you could... I'd have had wine, women, I'd have had carpets this thick. Now I'm stuck with an angry god and a crazy woman. All right. Which one of these things do we need to... Новый перезапущенный принц, ни в коем случае не надо подумать, что это плохая игра, это хорошая игра. Но это хорошая игра, в которой ты вот смотришь, и вот у тебя глаза на лоб просто поднимаются, да? Потому что там столько гейм-дизайнерских огрехов, причем вот крупных, которые проект такого уровня непростительны. Причем непонятно, зачем они были сделаны. Вообще задумка изначально хорошая. Новый принц Персии, он отошел вообще от всех фокусов со временем, тут нет никакой отмотки там времени, ничего такого подобного. Он сократил количество файтинга, достаточно так ощутимо по сравнению с предыдущими частями, и решил сосредоточиться полностью на акробатике. Чем хорош вот, новый принц Персии? Это такой, так называемый, Tomb Raider 2.0. Да?
То есть здесь вот это вот прыгание, скакание, ползание по стенкам, там, карабкание по каким-то неизвестным местам, оно не напрягает вообще. Мало того, даже если вы вдруг упадете в пропасть, вот, тут же появится ваша божественная подруга, которая появляется в первый момент игры, и тут же вас из этой пропасти рукой достанет. И вы можете попробовать еще раз. Не получилось, она вас опять достанет. То есть вот это игра, которая играет сама в себя. Ты вот бежишь вперед, нажимаешь вот три кнопки, просто всякие разные, и принц, он сам там творит какие-то чудовищные трюки, он как-то цепляется, там куда-то карабкается. Упал, ничего страшного, тебя снова подняли за руку, поставили, пробуй еще раз, еще раз, еще раз. Ну, то есть выглядит это зрелищно, очень здорово и хорошо. Причем, мало того, так как принц постоянно путешествует с этой своей подружкой, очень много трюков замешано на взаимодействии друг с другом. То есть, например, он ползет по лианам, она цепляется ему за спину. Он прыгает через высокую пропасть, она его как-то рукой там перехватывает, например, перебрасывает через него. Это очень здорово, классно выглядит и вообще, в принципе, свежо для жанра, так как достаточно устоявшегося. Сама игра, вот устройство уровней, это, по сути, вот один такой огромный глобальный уровень, который поделен на кучу мелких кусочков. Каждый из этих кусочков ты должен пройти, ну, там, очистить его от скверны, там, адского древнего бога выпущенного, открыть, как в головоломке, доступ к следующему кусочку, потом к следующему, и так вот до конца. То есть, не сказать, что это вообще как-то оригинально, это, например, плохо, да? Тебе сразу говорят уже с начала игры, что вдруг мир у нас вот такой, никаких сюрпризов не будет, ты должен пройти просто все это. По-моему, это какой-то очень странный подход. Мало того, как только ты защищаешь один уровень, ты сразу начинаешь возвращаться обратно по уже пройденной территории. Разработчики мотивируют тебя, в общем, обратно такие прогулки тем, что, может быть, ты соберешь бонусные кружочки на этих уровнях, как в Марио, да, но, по-моему, эта мотивация очень сомнительная для того, чтобы 500 раз опять повторять все эти трюки со скольжениями, с прыжками, с подтягиваниями и прочими. Потом тебя заставляют пройти его обратно, чтобы надо, чтобы добраться до следующего кусочка уровня. В общем, по несколько раз проходя одно и то же, на самом деле, не лучший вообще вариант, не лучший выход. «Принц в Персии» — новый, игра странная. То есть мне показалось, что это далеко не тот успех, как был предыдущий «Принц», предыдущая трилогия. Возможно, во второй части что-то изменится, они наконец поймут, что с самого начала стали неправильно подходить. Игра не без оригинальности, с отличными трюками, с хорошей очень боевкой, от которой устаешь и которая страдает настолько сильно геймдизайнерских ошибок, что становится, ну, прям даже обидно за нее. Того 7,5 баллов. Эта игра вообще очень сильно вписывается в то, что творится с Ubisoft в последние годы. То есть последняя, наверное, хорошая, действительно вот мощная игра, которая прям очень мне понравилась от Ubisoft, это был Double Legend. Вот с тех пор я не видел ни одной игры хорошей от этой компании. Ну, прям совсем хорошей. Все они сделаны вот копи-пейст. Нагромождение одинакового, максимум повторений, максимум генерированного контента, минимум разнообразия. Но при этом в каждой игре есть что-то, вот, какие-то фишки, которые все равно вот, приятные. И вот «Принц», за него особенно обидно, потому что, ну, здесь, в принципе, кор геймплей, он интересный. Все шаги, они, в принципе, удачные. Но вот то, что игра сделана, ну, совсем уж по-заводски, расстраивает. Я не могу больше 7 поставить.